На сегодняшний день 89 610 жителей Карачаево-Черкесии привились от COVID-19. Только вакцинация позволит выработать общий иммунитет населения, уверены медики, и защитить от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Также тем, кто уже переболел, желательно привиться, так как вирус мутирует. Заведующий терапевтическим отделением поликлиники лечебно-реабилитационного центра Марьяна Ибзеева подчеркнула, что вакцинация – это единственный способ одолеть эту болезнь. Также она рассказала о побочных действиях вакцины и сколько сотрудников лечебно-реабилитационного центра привились. Мы на практике видим, как защищает вакцинация от осложнения коронавирусной инфекции на данный момент. Вакцинация важна всем и желательно даже переболевшим людям через 4 месяца после перенесения коронавирусной инфекции. Вакцинация должна быть каждые 6 месяцев. Ревакцинация через 6 месяцев, несмотря на антитела. Какие? На сегодняшний день нет доказательной базы, чтобы люди делали акцент на антитела. То есть какой-то уровень защищает или противопоказывает. Ну, есть антитела, уровень который запрещает прививаться. Нету, прививаться должны все. Медотвод может дать только лечащий доктор, который знает заболевание и анамнез пациента. На данный момент медотвод дается в основном на 30 дней в связи с острым состоянием, обострением хронических состояний. На более длительный период дается женщинам в период лактации и беременным женщинам.